В эти выходные в Анапе прошли соревнования по армрестлингу в рамках 23-х спортивных игр среди сельских округов. Этот вид спорта в крае стал популярен более 15 лет назад, и с тех пор интерес к нему только растет. Организатором мероприятия выступило Управление по физической культуре и спорту города-курорта Анапа. Спортсмены выявляли сильнейших в 6 весовых категориях среди мужчин и в 2 категориях у женщин. По итогам соревнований в общекомандном зачете 3-е место спортсменов Гайкадзорского сельского округа. Серебряными призерами стали жители Первомайского сельского округа. Абсолютным лидером стали спортсмены из станицы Анапская. В дальнейшем спортсменов сельских округов ждут новые старты. Им предстоит проверить свои силы в гиревом спорте и настольном теннисе.